ты мой хороший. Фу-фу. Такая злобная кукуха вообще. Злобная кукуха. О, все в масках. Да-да. Смотри, я слепой. Да, зацени моего снайпера. А зачем тебе мины? Это не мины, это фалосы, которые я вставляю себе в анус каждый, после каждого фрага. После каждого... наказание, да, за убийство? Вот здесь я по снайперю попробую. Может быть, ачивочку получу, нет? Уфуха. Захватывайте все цели в секторе и наступайте на следующий. Два готово. Тут в начале раунда, наверное, прикольно перейти. Когда они все на пе смотрятся, то моста. Да. Даже, наверное. Захватили? Как? Я... Чувак, как может быть такое, блять, на 99 ранен в голову? Я их с фланга обошел, прикинь, и прицелился чуваку прямо в голову, блять, я зажал гашетку. Ага. Не знаю. Очередь я в него впустил, да, ему прям в голову впустил, сука, очередь, блядь, и на 99 ранил. Я просто отпустил кнопку, потому что думал, что это достаточно, блядь. Просто ебаные очереди чуваку в голову, я думал, что это достаточно, блядь. Представляешь, но нет, нахуй. Фу, блядь. Я надеюсь, в январе будет патч. Вернут обратно, как было? Нет. Ну, сделают хотя бы хоть что-нибудь, блядь. Кстати, я читал, что есть серваки, типа, остались, но там только захват со старым тутикаром. Типа как хардкорные серваки. А, балдеть, чувак. Медик. Посмотри на мой счет. Нехило так, нехило. Меня первый раз убили. Может, ты на тебя рейсер? Давай, я недалеко вроде рейсер. Может, добегу. Давай. Добежишь. Halt still, das haben wir gleich.
Стой, меня ранили. Аккуратней, да. Воу-воу-воу-воу-воу-воу, тихо-тихо-тихо-тихо. Ну вот, танк приехал, все испортил. Наш уже там. Да, у меня кто-то обогнал. Ты никого не убил еще. Да, с того момента, почему-то да. Мы лишились уже половины бойцов. Ах ты ж сволочь. Лесни меня, как его, Черубим 85. Лесни, Черубим сидит надо мной, не резнуть не может, чертов Черубим. О, братишка пришел, настоящий доктор. Да нихуя. Я по лицу вижу, что ты врач. Ладно. Блин, надо еще 10 чей. Как-то резко. Ну, если забить. Надо захватить, блядь, эту хуйню. Нормасик. Ай, мне что-то вообще не прет. О, ты оседлал тигра. Интересно, мост тебя скинет, интересно.
Почему я не могу залезть на тигра? Нет. Я не достаточно высокая женщина. А вот этот? Ну и этот есть. Я понял, ладно, я знаю, куда я пойду. Пробуем туда прорваться. Надеюсь, там никого нет, меня не прибьют. Сразу же. Ого. Да, чуваку, который был со мной, не повезло. Тихо. Чё, блин? Блин, прицел для такой дистанции, какой же неудобный прицел. Ну чё, кто-то интересный? 9 метров, опять Черубим 85. Черубим. А чё тебя кикнуло? Меня исключил из отряда. За то, что я приказы спрошу, может быть. Но я войду в дятел тогда, окей. Я тоже тогда. Нафиг его. Если он такой козел. Вообще ничего не делает. Мерзкий Черубим. Черубим, ебан. Черт, я. Да. Нихуя. Я подниму. Плохое место, плохое. Ладно, другой чувак поднимет. Мне это не нравится. Пошел отсюда. Будем искать сейчас его, где он, блин. Куда он по мне стрелял? Я не знаю, прикинь. Я его не вижу. Черубима? Да Черубим-то я знаю, где крыса мерзкая. О, нашел. Угол. Голубков. На! Нам надо на Б вернуться. Он плакал. Ай, не ты. На! Только вылез, прикинь, голову свою высунул. Сразу, на тебе. Нормальный снайперский заезд. Конечно. Лучше, чем с пингом в 300, да? Значительно. Пингом в 300 я вообще попасть не могу. Никуда. Мы захватили цель Баклан. Или угад, солдат! Так. Умник хера. Да все из-за Черубима, братан, блин. Козел вообще не резает, ничего, патроны не дает. Да еще тварь. Братишек кикает, блин, ну не мразь. Ха-ха! Прикинь, такой снайперок, я за ним слежу, долго слежу. Он там выкрадывается, выкрадывается за кошечком, выкрадывается. И только такой чик-чик-чик, огонечек показался, сразу умирает.
Ты же его убил, да? Конечно, он, наверное, очень зол. Будет искать другие позиции. Красава. А вот я в этом ок... Вот тут альфу захватываем. У меня очень кормовое окошко, братан. Нет, я тут не сходя с места. Еее, молодцы. На помощь противнику прибыли новые силы. Зачистите сектор от врагов. Ух ты, вот они, красавчики. Давай, давай. Да какой зачищен? В доме вы напротив. Вот он. А-а-а! Он меня все-таки выследил. Кресни, медик, кресни, братишка. Молодец, красавчик. Где? Тут, на альфе, прямой. А вот тут на альфе не так весело, как тебе. Мне вообще капец весело. Я так не стрелял. Вообще, по-моему, никогда. Вообще жизнь, Женек, у меня 20 фрагов. Я только что сделал за эту хрень. Я тебе аптечку за это. И все хедшоты, прикинь. Красавчик. Тут в вагоне снайпер в дальнем. Да? Что сделаем? Не-не-не. А я его вижу. Точнее. Попробуй в пятку его пальнуть. А зачем в пятку? Я ему хоть что-то сейчас дам. Не получилось. Он там, он меня не убил, но он там. Я вижу его вон в вагоне. Там пулеметчик я ранил. Этот сектор почти наш. Я ранил его. А, он мне хедшот дал. Санитейтер, нет? Не, ладно. Санитейтер. Санитейтер. Шманитейтер. Давай. Убили его? Судя по всему, нет. Живой. Вот я тупой. Я думал, это труп. Я его снял. Одна пулеметчика снизу снял. Там еще двое. Thank you.
О, патрончики дал мне. Блин, круть. Слышишь? Смотри, а это наша, да, вроде? Я без пушки резнулся, чувак. Опять, блядь. А у меня такое было 2 дня подряд. О, нож появился. Ну, оружие мне не дадут, блядь. Снашёл, сука. Респ уровня хардкор. Все, я погнал. Респ этих хуёб. Как хочешь, игра, блядь, как хочешь. Блядь. Ща с моста на кого-нибудь спрыгну. А, я бить ножом не могу, прикинь. А, не могу. На F могу только бить. Прикинь, у меня прицел плывет. От жара, от жара. Я врезал одного. И ранил другого. Все. Я принес жертву игре, блять, пожалуйста. Не надо, блять, кровавую жертву. Дайте мне оружие, игра. Игра, блять, не дает мне оружие, сука. Знаешь, что мне такая хуйня? Блять, я могу сдавать боеприпасы тебе. Давай. Давай, на тебе еще припас. А я думаю, что у меня патрошки не кончаются, а тут братишка помогает, оказывается. Да, братишка. Это все, на что он способен. Не, ну я могу порезать еще какого-нибудь уебку пойти. Но это не очень эффективно. Крабздец, я так не стрелял, знаешь, они просто, такое ощущение, как будто они не двигаются. Обычно пацаны как-то, хрен попадешь, так скачут, как эти, как зайцыки. А тут хрена. Смотри, в меня стреляет, видишь? Вон там. Нет, откуда? Вон. А, вижу. Видишь, убей его. Он за пулеметом так. Убил. Да не, одного. Да нет, блядь, да ты не туда стреляешь. Второго вон, убил. Там. Да не могу, братан, тут тебя с фланга атакуют. Ладно, убивай кого хочешь. Да тихо ты. Я приманю их. Одного готов, убил. Там второго ранил. Он ушел. А по тебе откуда, с берега стреляли, что ли? Не. Вверху с моста. Там ближе к тем предыдущим. Наль. А-а-а. Мне игра пушка не дает, я пойду резать. О, может мы Альфу захватим. Смотри, нас ноль, и мы захватываем Альфу. Давай, снайпер, беги сюда. Беги сюда, блядь. Бегу. Давай, блядь. Здесь. Захватим это дерьмо во имя императора. Я сейчас просто сдохну, бро. Беги. Я с ножом здесь сижу, блядь. Братан, давай, мы сделаем это, да. Дойти еще до туда, блин. Давай! Давай! Быстро! Подними своего, поднимать надо своего, поднимать. Блядь, мы проебываем. Да я захватываю, я здесь. Давай, не умирай так теперь. Не умирай, зачем ты прыгаешь с моста в рот? Не умирай, блядь, просто. Просто не умирай. Я не умру, я не могу умереть. Давай, граната. Во имя императора! Ты умер! Во имя императора. Блин! Что? Твоя жертва. А мы захватили? Ты посмотри на мой счет, как я закончил. Это же вообще капец. Что это было сейчас? Красава. Ты затащил это дерьмо. Да, блядь. Охуенно. Жесть вообще. Ну-ка, статистику надо посмотреть.
А что-то как-то... Че? А, где... А, ну все правильно. Штурм, этот, штурмгевехер сразу... Сразу в две штуки. Это, просто гевехер. Выполнил две задачки. Чайник! Чего серия убийств из 5? Первый, что? Почему 5-то какой? У меня серия убийств из 20, наверное. Из 10, из 9 точно. А там по времени типа серия, да, считается? Понять, о чем ты? Ну типа, серия убийств, наверное, ну я думаю, это без смертей, типа. Ну, да. Патроны. Ваша бесплатно. Защищать цели. О, мы тут на дефе. А, где враги-то будут наступать? А, я понял. А, хорошо, тогда вот так. А, стоп, стоп, стоп. А почему тут, блин, ничего не понимаю. Это чувак хочет домой. Орёт и хочет домой. Ха, естественно. Держи-ка патроны. Может, у меня вообще в играх проблемы из-за пинга? Конечно. Может, я поэтому в хоне вижу? Да-да. Ты прав, чувак. Все из-за пинга. Я что-то никого не вижу. Они пролетели вообще? Не знаю. Да, вообще должны были. Я по одному стрелял. Они... Там, того... Слева, на Б. Ладно. Типа, позарепят, что ли? Скорее к Империи. Чего они такие раки-то? Интересно. О, тачаночка едет. Походу зенитка забор не ломает, прикинь. Конченые в этой игре зенитки конченые. Там танк. Черт, вражеский танк! Держи, аптечку! Где? На дороге просто спереди стоит найти. Просто посреди дороги стоит танк шмалит. А, я вижу. Далеко стоит. Посложно. Ладно, отступай. Тот корёшь, что там нам не будет за это прощение. Не, прикинь. Что это значит вообще? Прощение? Что? Кого? За что нам не будет прощение? Мы здесь вообще-то... За что? Да, вот именно, я не понимаю. Мы здесь кровь во имя богов проливаем. Вот, и посмотри. У них, походу, яйца растут. Во имя богов хаоса? Да, каких? Да. Опа. Я командирство.
колючки тут на какой-то... Вот нет хуже, чем бездумное расставление вот этих укреплений дурацких. Ух ты! Ухо! Будьте начеку, там опасно! Все, меня убили, прикинь. Тут, походу, какой-то нормальный солдат нашелся. Ты на альфе прям, да? О, тут какой-то враг тоже. По окопам, походу, ползает, да? О, во, вижу. Ух, ничего. Слушай, по-моему, там просто полтима ВФК было. Да, курить пацаны ходили. Вернулись теперь, взяли свои тигры. Нас бета отжубили. На альфе. Сейчас резнуть б... нашему резнуть буду. Гранату гадом! Подлатаю тебя! Я его взорвал нахрен. Канавы, что ли, стрельба? Держи патроны! Как обычно, да. Опять тигр стоит. Какой? Нет, пехота. Жалкая пехота. Пошли, я тебе помогаю! Тачаночка там уехала на другую точку, походу. А, в этой зоне опасно. Тут сняли, походу. Мы захватили цель Баклар. ХЗ, нравится мне здесь как-то напряженно. О, кого-то убили из наших. Альфа отбирает, мы тут, блин, рашем, а нас альфа отбирают. Прикольно. Не спать! Защищать цель! Я дырку дых. Там альфа отбирает? Да, у нас тут. Опа! Прям на точке, прям там, где пушка, лежит штурмовик. Половина войск противника уничтожена. Граната! Сейчас будет больно! Все. Разобрали? Да, вроде. О, граната, граната, граната. Ого! Сзади, ого. Сзади, сзади, сзади. Я ранил его. Граната! Я... Ага, я вижу одного. Отлично. А тут везде вся канава у них. Их там много вообще. Где мой труп, там человека три. Канаве. Защищай цель, живо! Сперок вижу одного. Один за деревом. Я ранил его, но не убил, там что-то прям больно в канаве. Глаз с этого места не сводить. Слышь, что? У меня какая-то фигня летит. Да. Откуда-то? Женек там! Этот так и знал, танк, короче. Во-первых, танк, а во-вторых, канаве до сих пор враги. Как будто мортиры накидывают. Да это тигр какой-нибудь. Захватить цель, солдаты! Чтоб тигры, нет? Ну, как-то слабовато для штурма тигра, признаться. Ну, прям чувствую, слышу, как это мортиры летят над головой. Так, канаве... прям на точке. Я, ага, ты я лежу около пушки и ебашу всех в голову, прикинь. Правильно. 34. Они не видят меня, типа, в грязи.
Бля, они реально меня не видели. Мать моя женщина. Мать! Враг ранен на 99. Ну, чё ты пробежал мимо меня, Маджонг? А ты, чувак, нашего резал. О, меня прирезали, блядь. Тебя зарезали, да. Наконец-то. Блядь, прикинь. Я там человек 5 убил. У меня из Лера убил. Это же вообще скотство. Нахуй вы, блядь, разбежались? Надо было лежать вместе со мной и все. И в голову им стрелять. Они не видят нихуя. Ты из чего стрелял-то? МГ-34. А, ну да, да. Понятно. Я... Оказывается, я давно не вкачал мой четвертый специализацию четвертый. А там скорострельность как раз. Она дикая, но мне не понравилось, если честно, скорострельность. Блять, охуенный, вот сейчас как раз и в голову заебись прилетал. Я просто лежу, они подбегают ко мне. Тра-та-та. Что за фигня? Блин, на мосту. Я убил. Да вон чуваки, поэтому. Одного собрал. Там бордюр, они под ним прям лежат, где дерево. Патроны кончились! Сейчас, погоди. Пробуем. Не. Чёрт! Как больно! Помогите! Я просто эту М1А1 качаю. Тоже хотел с ней побегать. Ну, она нормальная, веселая. Я... Ух ты ж матерь боже! Воу! Меня заметовочно гранатомет распатронило. Но они там лежат за мешками, блин, их там просто. Я сейчас прикинь высовываюсь, а там голов 6, наверное, такая. И нормально там пострелял спонсор Фауста, спасибо. Давай, не умирай, да с боя выйди, да резко ж тебе. Да я не тебе. Я другому. Походу здесь все сдохли. Удивительно, здесь все сдохли. Я всех убил, блядь, чувак, я уже шестерых подряд. Бросаю вот. Гранату! Фух. Секрет в том, что надо просто валяться в грязи и все, главное ногами вперед. Да свинью никто не замечает. Поэтому бомжам никто не помогает, слушай. Не, стандартная позиция лежа, а вот новая позиция на спине, а то она заебись. Типа они думают, что это труп какой-то, но у чуваков еще это. Ну да. Ты лежишь, как труп такой на спине и рукой машешь. Не сформировалось понятие такого трупа в Battlefield, который лежит на спине, и типа не труп. На самом деле. Ладно. Типа, ну ты понял, короче. Выглядишь, ага. Выглядишь как труп. Слушай, вообще капец, я сегодня. Теперь надо вот этот невыполнимый квест на SMLE Тернера сделать. Я не знаю, как его делать. Так, я пойду курю. Знаешь, надо кемперить лицо все. А все равно я пробовал, цены ничего не получается. Сейчас приду. А, да, мы же, подожди, точно. Просто вылетело же тогда, точно. Ладно, пошел курить.
Вы должны захватить все цели в каждом секторе, бойцы. Это нормально. А что мне задачи? Задачи. А я не могу взять задачи новые, да, блин, из игры? Хреново. Да что-то не могу взять новые задачи из игры. Из игры не можешь, да? Из игры задачи новые брать. Барин, что ли? Так, ну тут надо, наверное, прокачать что-нибудь прикольное. Хотя можно. Я бы сюда встретил. Треснулся. Блять, баклан захват. Чё тупите? Из ракетницы туда, на! Он умрет когда-нибудь или нет? Б, давайте резче, резче. Цель А потеряна.
Блин. Кифтоматика, она, конечно, в ближнем бою. Что? Что там хоть раунде мы накопим? Прям на голову мне спрыгнул, прикинь. Надо бэдэфать по кальпе захватывать. Да. Внимание, мы теряем цель по главу. Теряем уже ее, конечно же. Там их как-то жирненько. Я вижу, я перезаряжаюсь. Короче, никого я не вижу здесь. Они напротив сидят. Ух, я одного там забрал. Наши пацанов сзади порубили стыл. О, сзади. Все за меня. Спереди. Да их там навалом что-то. Аист мы профукали походу. Да. Вот это битва, да? Ёб ты, за дверь. За доли секунды меня ебанул чувак, он из переулочки, который справа, прямо справа танк. Нам удалось захватить цель Айс. Порядок. Блядь, да че ж меня все ебашит-то, а? Поднимешь? Да. Санитета! И стюн берешь-то. Так, наш слева вон. Да вот, блядь, он меня опять хочет убить. Убегают, крысят. Вау, это мина что ли была? Вот он. Только стрелять нельзя. А, зашел. Неудачно. Так, у нас, значит, церковные проблемы. Да, давай справа сойдем. Давай, да. Бегу. Вижу. А, меня убил! Снайпер, черт. Пошли. Нахрен нам это все. Ваш
Ух ты. Опа! А, два чувака с пулеметами сидят, нормально. Нифига там, да. Дым охуенно. Нужен дым. Закрыто. Надо к нашему резаться. Медикам. Ну, чтобы что-то не прибили просто. Ну как мы задымили, а? Мы сейчас за их обойду. Давай, я спереди. Ага, я обошел спереди, ха-ха. Там их трое, братан. Четверо даже. Вон еще один, еще один. Еще один, один слева, один справа от тебя. Вон еще один, ага. Да, вообще тут, прикинь, оборона была хорошо, да? Да. Теперь сзади. Тут еще ящик есть, смотри. Обалдеть. Теперь здесь надо занимать оборону. Отсюда попрут. Я видел врагов на С около входа в церковь, когда сюда шел. Пойдем посмотрим. Вот, вот тут вот, вот тут. Он... Так, одного убил. Все, захватывай. Там что-то как-то много, мне блядь, страшно. С этого хуйни с органа стреляет. Ага. Пойди орган-то. Блядь, вон. Я дымлю туда. Я тоже. Я дымлю туда. И на все пойдем. Ага. Гранаты туда им, на. Да-да, гранаты. Пускай побегает. Все, берем С. Оооо! Блять, там пулемет. Медик все убегает от меня. О, резко у меня медик местный. Резни меня, медик. Лежу в середине, блять, заебался. Хрен... Держать, я умираю, блять. Спасибо. Спасибо, брат, блять. Берем С, берем С, блядь, последняя точка. Фига там трупов наших, смотри. Все, блядь. Смотри, как мы, да? С альфа, блядь. В тыл, да. Блядь. Везде трупы валяются. Да. Надо резать наших пацанов. Я стараюсь. Пошли на Б, раз мы да, здесь. Да, на Б сразу. Атакуем новый сектор. 31 тысяч. Сейчас мы захватим Б и... Ух ты, там пулемет, блядь, брат. Тут был какой-то косой, меня не убил даже. Прям на него бежал, прикинь, и он меня не убил. Что, блядь, за бред. А с него плохо видно. Я невезвимый походу. Я хочу домой! Охуенно мы на Б прорвались. 37, да. Почему нельзя сказать, что они плохо защищались? Короче. Делай, типа, это. Какую-нибудь точку.
чтобы на альфу прицелиться, заебись можно было, слышишь? Окей. Сколько там до ракеты? Недолго. Я мертвый, блядь, это что я значу? Понятно, почему я не вижу? Сейчас, лестницу. Ты бежишь таким, короче, этим гусем, как Макгрегор. Бегать, это же охуенно. Это как лежать на спине, ебать. Да-да-да. Уже половина наших бойцов. Сейчас, там 40 тысяч, 1,5 тысячи. Убивай их в точке. Убирай у точки сам. Короче, найти отряд. Приказ на альфу атаковать сразу, давай. Сразу давать? 400 очков, братан. И прям куда-нибудь туда на альфу, прям, блять. Даже дальше альфу чуток, чтобы на их базу попал. Типа ты к поезду думаешь, да? Че? К поезду. Ну, да, да, вот в район поезда я вижу. Главное, чтобы наверх ракета не попала. Ты следи так, чтобы она, блять, вниз упала именно. На землю, типа. Чтобы АУЕшка доманула. Все, давай, ебаш. Альфу захватывают, да. Ебаш, братан. А куда? Как я нажал? Б, зажимаешь Б. Наверх ракету, да? Выводишь мышкой наверх. Жмешь. Так, и что? А, я теперь просто прицеливаюсь, типа. Да, с бинокля прицелился. Давай быстрее, блядь. Ну, вроде как прицелился. Мы теряем цель поклана. Жми огонь. Бля! Полетело? Не знаю, очков я не вижу, чтобы надо были очки какие-то потратить. Сейчас интересно, погоди, блядь, ну нахуя ты? Поклан потерян. Можно на альфу стрелять вообще смело. Здесь куча времени теперь, блядь. 97 нас. Теперь мы пока Б захватим, надо, блядь. 42 тысячи очков. Короче, теперь, блядь, сейчас. Блин, меня убивают, я не могу. Блядь, не умирай. Окей. На альфу ебанули только что, можешь на альфу не стрелять. Окей. Не, альфу захватывают, на Б на... Сзади! Сука, это... Еще что ли здесь кто-то? Не, на альфу стреляй, чувак, только мы не захватим альфу. Да блин, меня просто... Они что-то в атаку перешли? Давай, стреляй быстрее. Да подожди ты, не дави на меня. Я первый раз в жизни стреляю. Я не могу с тобой стрелять, понимаешь?
Тереснуться не могу никуда, блин. Треснись на респе. Стреляй издалека, там же бинокль ебаный. Альф только что кто-то бабахнул. Попробую сейчас с другой стороны бежать, может там лучше будет. Они не на Альфе, они скорее на базе, наверное, на своей, там ближе к себе. Нас уже совсем мало, ситуация неизвестная. Почему я не, не могу... Во. Блин, только начал прицеливаться, сразу кто-то убил, сука. Пресните, пресните. Блять, меня тоже ебашит с МГшки. Ладно, сейчас сделаем. Главное, давай не нервничать. Стреляй уже, блядь, 48. Осталось еще приебем один хуй. Вот, давай к нашему пресницу, блядь, стреляй. Подожди. Вон они, блядь, в вагоне! Вагон, стреляй, блядь! Под землю, блядь! Да подожди тут! Резайся, бери в вагон. Сейчас блядь, я резнусь. Блин! Женёк, хватит, короче, отстанет меня. Сейчас я выстрелю. Подожди. Ай, бля. Стреляй, говорю. Там уже ихняя ракета наша, у нас поебашит. Альфа наш. Это ничего не меняет. Ты приказ, блядь, отдай куда-нибудь на Б. Слышишь? Угу. Отлично, цель АИС захвачена. Вон у нас чувак в отряде тоже бомбит, блядь. Я не могу выстрелить, прикинь? У меня черный экран, я когда прицеливаюсь. Это багует, меняй, блядь, оружие там, меняй заново бинокль включай, блядь. Давай быстрее, слышь, надо 20 осталось, 15. Да я в курсе, ты чё, я не вижу, что ли, думаешь? Она не успеет долететь. Ну, короче, я куда-то в тебя побалкнул прям. Заебись, там 3 чувака, блядь. 4 чувака. Ты главное туда не стреляй сам, не штурмуй, блядь. О, бля! Вот что, это я да. Я думаю, человеков 5 ты убил, да? Я думаю, человек 10 я убил, братан. Мне дали за это 200. 200? Нихуя 200. Себе. Тут нет это никого, значит... блядь. Все, может захватывать. Давай, давай забирай. Меня. Блядь, меня убили. Осторожно захватывай, там они в конце. Давай, дым, поднимай меня, поднимай меня. И гранату сразу на ту сторону. Блин, как быстро убивают. Вот, можешь меня еще раз поднять? Я посмотрю, если дым есть. Смотри, смотри, блин, прям враг. А, мне гранаты взорвало. Блин, почти захватили Б, благодаря твоей ракеты. Те. Это самая тугая ракета в жизни. Просто жесть. Тугая ракета. Только из бинокля прицелишься, сразу убивают. Я сдох раз 6, наверное. Да, надо юблетом не светить с этой хуйней. Вон, я не знаю, покурить что ли, после такого стресса. После такой ракеты, да, удачной ракеты. Да. Капец, я не могу посмотреть, что мне, ну как бы, статистику свою за матч.
Мне опять дубинку дали, зачем? Ух ты. Так, пойду вкурю. Откусите голову, ты чумишь? Где враги? Чё? Где враги? Я если курить, наверное, что ли, убьют. Внимание! Всем защищать сектор! Вон. Кашель снайперки. Фаталь, да сли дот! О, тихо, 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 тихо. Ух ты, шо, что это? Ух, чё себе. Где? На горах сидят. На Митче? Желтых дней. Где приблизительно. Да вон. Прям там. Прям там.
Так, там нет уже. Значит, сюда стреляй. Вот, вот сюда. Сейчас. А, я пока я перезаряжусь. Снайперов. Вот тут. Там мне как бы нет поймите. Сейчас помечу тебя, подойди. Туда и туда. Да, все, мне на хвост вперед. Вообще же Кардос заебись. Ты был? Да. Отлично. Так же сможешь? Перезарядка. Смогу, конечно. Но не так эффективно, конечно, как раньше. Когда ты прилетаешь и все, хоба, у тебя мгновенно бомбы заряжаются сразу. Летишь на еще заход. Там танки, как я вижу на карте, да. Ладно, ты что, пометишь? Нет, я сдох. Я кого-то убил. Они на я вижу. Там же где-то стрелял до этого. Короче, выстрелил в голову с пушки. Конечно.
как же свой батюшка. Как-то мы теряем поклон, блять, это поклон. Почему теряем так тут, блядь? Цель поклон потеряна. Да как так-то? Отлично сработано, цель А из наша. Совет! Элба Кастидос! Теперь они все на Б сейчас ездят, да? Да. Блядь. Я сплю на пушке. Ебать, я зашел, братан. Тебе пометить? Да, давай, сейчас захожу. Вот прям вот сюда, вот куда я пометил, уйди. Блять, я посмертно ее убил, конечно. Да, очень жаль, хорошо летал, хорошо, блин, но... Это зенитка. Вот если бы ты при отступлении взрывал все зенитки на земле... Да, был бы круто, конечно. Ну один хуй этот может починить технику. Как его, блядь? Человек с патронами, которые... Твоя амуниция, держи. А-а-а. Они все знают об этом. Ну да. Хотя в ходе войны было такое задание, типа, построить 5, что ли, укреплений, ну, именно орудий стационарных на точке. Мне кажется, они прямо из-под меня заходят. Я вижу, сижу, как... стреляю, блядь. Бля. Да, действительно. Я вижу, как наш самолет бомбит Б, и там куча фрагов, наверное, у него сыпется. Завидно. Где самолет? Отряд у нас опустел, что-то. Ну, неудивительно, в принципе. Один кемпедрист, второй... Самолетчик. Самолетчик. Да. Мне самолет не дают. Что-то мы их так зажали, что они не высовываются. Я вижу, вон они пытаются на альфу пройти с Б. Из-за своей базы чутка. Я вообще никого не вижу. Оо! Там братан, у них базы, я вижу танк. Там у них с базы танк появился, да. Бля, самолет не дают. Не хочу воевать без самолета.
Прикинь, короче, в танк резнулся снайперок, сел за пулеметчик, выбежал за пулеметика, лег на машинку, только пристроился, я вижу, как он такую ямку себе вырыл, и я его убил нахуй сразу. Это прям, блядь, большое разочарование. Самолет стоит прям за какими-то бочками, этот танк заебучими. Альфу отдаем. Мне не дают смотреть. Алло. Я бы, конечно, еще побомбил. Тут так весело на этой карте бомбить. Ебать тут народу. И танк заезжает на Альфу. Два вражеских самолета летают, я вижу по карте постоянно. Кругами. Блять, у меня патроны кончились. Кобздец. Вот это говно. Ладно, мне самолет, видимо, не дадут на эти патроны. О, патроны, давай. Я тут нашел как раз охуенное место. Вы не зря старались. Цель АЭС наша. Сейчас только дым рассеется. А, все, блядь. Плюс! Убивали. Такой танк и танк. На базу идет. Один стоит на пригорке там. Пойдем. Какая разница, сколько у нас очков, если мы не накопим вдвоем никак. Погоди, погоди, сейчас, погоди. Я тут еще одного снайпедриста нашел. Я в дрозд. Давай. Я накопил на чехотку, блядь. И на. Я могу контейнер себе прислать, точно слышу. Сначала себе контейнер же пришлю. На голову? Да. Суицид? Он летит. Ты можешь в отряд войти у нас, чтобы я резнулся на тебе? Да, какой отряд? Дятел или типа того, сейчас, братан, погоди секунду, пожалуйста. Блять, тут враги нахуй со всех сторон. Отряд. Дятел. Нет, какой дятел? Подожди. Чарли. О, нашел. Дрозд. Дрозд, братан. Это дрозд. Один хуй. Ебать, я вижу врагов. Ты вообще там один на карте сидишь. Как тебя не убили еще? Тьфу-тьфу-тьфу. Помолись за меня. Настрелял кого-то, что ли? Ну, смотри. Три, да. О, меня спалил кто-то. Первый раз, походу. Туман, блядь, начался. Все, блядь, кончилось на Алтана. Бойцы, мы не смогли защитить цель Баклан.
Ага, все, блядь, мы все проебали. У нас, блядь, кемперский отряд охуенно вообще в натуре дятел. Дрозд, блядь, ебаный. Один я тут медик среди вас всех. Я хоть полечу кого-нибудь, нет? Почему не поймите? Во, на член попал. Бойцы, нужно защитить этот сектор. Ой, блядь, ну туман начался, вот не кстати. Это песчаная буря называется. Песчаная буря, блядь. Правильно называется. Здесь хоть хуй знает. Ха-ха, сука, в голову в тумане, блять, просто по прицелу стрелял. Убил. Сегодня, блядь, ты иди прям, блядь, снайперский день. Еще одного. Да это просто пиздец. Да прикинь, пришел какой-то братишка, меня прикрыли, чуть не убили. Ух, нихуя это, бро. Я, да, я только что посмотреть. Там умер, в принципе. Мог бы и не спрашивать, где они. Ух ты, ух ты, ух ты, ух ты. Бля, братан, танк догадался, блядь. Танк, да, ты ебаться на меня. И никого я не убил. Охуенно. Да. Как так? Ой, я вижу танк там где-то. Ракеты их приедет. Блять, интересно, куда? А, ну понятно. Все, блять, можно даже не уходить отсюда. Блять, может лягут, может спасусь. Танка вражеского. Да, да. Теперь ты видишь вражеский танк? Нет. А он есть, да? Блять, надеюсь. Я бы еще кого-нибудь бомбанул. Я командир смотрю. Отлично. Да 14 тысяч очков в отряде, блядь. Кемпинский отряд нихуя не накопил ничего. Точки какие, блядь, точки, че? Дефать что-то, не? Захватывать? Еще одна фау. Вижу танк на карте, да? На альфу заезжает. Ага. На карте вижу, блядь. Реально нет. И вижу, что меня обходят нахуй. Готовится к ближнему бою. Может, патроны? Тебя убить.
Вижу вражеский танк на карте. Да-да, пометил. Пометил, блять. Тут мне въебали. О, вижу его. Отлично. Мы захватили цель Банан. Там их два, что ли, стоят рядом. Да, да. А, считается как убийство, прикинь. Не я. Не я добил. Немного странно резался. Немного странно, что не я этот танк взорвал. Тысячно, блять, тысячи килограммовой бомбой. Как видишь? Там второй танк дается еще выйдешь. А, не на Б. Я танк пометил. Это маленькая чехолка. Пулемета. А вот большой танк. Ага. Вообще-то пометил. Ну, была отметка, сейчас не могу посмотреть. Кинул на Б, что ли? Да. Хуёвый угол атаки был. Сейчас еще раз. Добью его. Танк, да. Может быть. Готов. Там еще один, я вижу. Там, зенит, народ тут хуя, блядь. Зенитный я, к сожалению, не вижу. Враг почти истреблен. Покончим с ним. Враг почти истреблен, говорит комментатор. Братан, я танк нашел. Ну давай, давай. Понял. Вообще. Подожди, стоп, он был. Но в любом случае враги. Я взорвал сам себя, когда на зенитку заходил. Ты лох. Зенитку я почему-то не вижу отсюда. Она на базе у них стоит, забей. Блин. Ты писать идешь, сыночек. Если бы давай, я до этого его видел. Я бы нормально его ебанул. Но я его поздно заметил. Вот танк. Нет самолета. Пиздец, ты такие места выбираешь, где к тебе не резаться наши кемпедристы из отряда. А, он один остался. И он с другого конца, смотри. Ха. Можно прям линию между вами начертить. Хорошее место. И будет линия фронта. Или типа того. Кто-то там джибишки пускает, да? Во все. Разносит их вообще в клочь. Короче, братан, танк я мечу. Да я не смолять. Я вообще нигде. Я убил себя. О, самолет дали. Иди там. Желательно зенитный тот ебаный, который меня сбил. А, нет, это не зенит, это пушка. А? Пометил, там пушка и 4 человека. Ступление остановилось.
промазал одного нету, чувака. Мне теперь надо как-нибудь сзади зайти, чтобы эту зенитку не пожить. Туман мне в этом похож. Блять, меня выкторил, с моего места вытравить. Бля, скоты, вообще жесть. Я тут стрелял так хорошо, блин. Приперлись и вытравили меня с моего места. Догадались. Да, настолько бесполезных врагов редко увидишь. Видишь, короче, никакая ошибка. Они вообще, они просто в лоб. Вообще просто по стандарту, блядь. Косяки по стандарту. Смотри, вот, блядь, 9-3 чувак расстрелял. Ну. Ну чё, мало-то. У них дебильные позиции. Были. Ну да. Всегда. И то, что у тебя. Двенадцать выстрелов в голову. И все при этом. Нормально. Смотри, наш отряд 62 чувака убил, блядь. Из... Короче, ну да, в принципе, мы с тобой уже... Киляли. Так, сейчас я приду. Thank you.
Все, походу, бесконечная прогрузка. Ага, мне на этот раз, прикинь, автомат не дали, а пистолет дали, блин. Я за медика зашел. Охуенно, пистолет убегал. Ладно, я покуда все, короче. Да я тоже. Ну, бля, заебись, вообще сегодня что-то повоевали. Нормально, да, ты заебись, что ты берешь. Да, блин. Пусть не берешь кемпер, умираешь сразу. Ну, нет, на самом деле так не должно быть. Ну да. Почему так получается? Сразу хуяк, хуяк, и все, блин. Потух. Слышь, прикинь, я, короче, из пистолета стреляю, а у меня из пистолета панцерфауст вылетает и убивает людей. Ты понял? Я медик, повторюсь. Охуеть, да ладно. Посмотришь потом на стриме, блядь, на записи. А, нет, все, пистолет превратился в пистолет, и меня убили. Всё, на этом, пожалуй, заканчиваю.